Добро пожаловать в атмосферу страха и ужаса в игре Evil Within 2. С вами Дяненька Сережа, и мы продолжаем. И на пути у нас фотограф по имени Стефано. Все никак не налюбуется, пидоры ебаные. Ну иди сюда. Пора прекращать фотосессию. Смеется еще. Ну. А вот так шхуя. И че он думает? А мне страшно. Я не боюсь таких пидоров. Спокойно. Это всего лишь предрассудки. Ягодки будут потом, когда мои руки пройдут сквозь его сердце. Блять, как я пафосно говорю. С ноги. Не стоит церемоничать. Лили, что за нахуй? Твою мать. Что это? А ну выключи. Ебать. А ну спокойно. Походу бесполезно. Так, записулька. Записка. На чем-то вроде открытой. Небрежно, а нацарапанно. Они были слишком прекрасные, чтобы оставить на улице. Я не мог не выставить их. Жаль, что автор не я. Но приятно, что здесь кроме меня есть и другие художники. Чересчур бурная фантазия у этого Стефана. Пора это охладить. Мы здесь были. Дают патроны, дают лечилку. Это уже мне не нравится. Во-первых, это потому, что у меня все в избытке. Во-вторых, лучше бы на дробь дали. В-третьих, выходи, сука! Кто бы то ни был. Здесь лечилка. Чувствую, проблемки будут. Да, все закрыто. Сейчас я подойду к данному аппарату, нажму на кнопочку, и вылетит большая птичка, с которой я, скорее всего, с первого раза не справлюсь. А может и повезет. Подключите терминал с правым доступом. Терминал? Видимо, коммуникатор. По-видимому. Запущен процесс перезагрузки. А вот оно, ядро.
Типа ядра, блядь. А сзади. Ну-ка, фокус убери, сука. Застыл. Ты так долго меня разыскивал, и я пришел. Но постой, ты же ищешь не меня, верно? Нет, девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Не только ты стремишься заполучить ее силу. Это моя дочь, дебил. Куда более достойный, способный заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Ну давай. Страх. Ты излучаешь страх. Сука. Это прекрасно. Но это еще не закончено. Меня зовут Стефан. Я знаю, дебил. Ты станешь моим шедевром. Ах ты сволочь! Здрасте. Я тут по делам просто. Что за хуйня? Обскура? Бля. А что мне с ней делать? С этой обскурой? Так, стоять. Где эта падла носится? Ой, блядь! Извините, мои трусы. Сука, верните. Тихо. Блядь. Что за падла? Заткнись. Надо не давать этой твари остановить запуск. Через 80 секунд. Заткнись. Через 70 секунд. Сюда иди. Вот твари. Черт. Да что за нахуй? Высунь ебло. Она же по потолку носится, падла. Готово. Так, бежим. Иди-ка нахуй. Съеби оттуда. Готово. Не подходи туда. Так. Это плохо. Стоять. Ну ты, сука, у меня получишь. Каких-то 5 секунд оставалось.
Ну, стреляй же! Лечись. Ну чё, мразь, ещё придёшь в гости? Обскура. Процедура стабилизации завершена. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он её забрал? Нужно поставить в известность Кидмана. Позвони. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Сука, ноль патронов. Нужен верстак. Так, здесь ничего интересного. Что здесь? Вот так обскура. Могли бы статуэтку подложить-то. А, разработчики? Сидзюмиками, я тебе говорю. Кто создал этот шедевр? О, кустики. Двери ломать уже не может, как в первой части. Так, здесь что-то есть. Запал. Не нравится мне эта локация определенно. Так, сюда можно зайти. А там что? Здесь закрыто. Так. Ну что, офисные крысы, уходите по одному. Чё, бля? Попутали. Спасибо. Записули очередной отчет управления социумом Юниона касательно создания видимости контроля для поддержания довольства и законопослушных настроений у населения. Необходимо принять бюрократические меры и усилить иллюзию эффективности. В связи с этим мэрия будет выполнять функции градоуправления внешне. Каждый житель должен будет заполнить несколько заявлений и заплатить пошлины. Соответствующие формы заявлений разрабатываются. Будут проведены выборы мэра, во время которых жители проголосуют за одного из двоих наших агентов по подобию стандартных выборов в настоящем мире. А новое дополнение будет включать режим «Американка» с ретопараметром на уровне 30%, что придаст жилищам больше уюта и индивидуальности. Эти нововведения призваны помочь населению сохранить спокойствие и управляемость во время кризиса. Послушное население будет содействовать расширению Юниона, увеличению количества юнитов памяти и достижению фазы номер 2. Амобиус.
чего, блядь? Непонятно. Да вернее всего очередной эксперимент. В играх сюжет идентичен всем. Тем, что нас кормят. На статуэточку положить. Не могу поверить, что эти ублюдки использовали Лили в своих экспериментах. Им хватило наглости послать меня разгребать последствия. Нет, они реально больные. Это мы выясним. Сколько открытого места? И все в холостую. Реально, очень скучно. А что здесь? Подожди. А мы здесь были. Что не так? Этой двери я не помню. Статуэтка. Мы за ней шли. Так. Ходим по кругу, ладно. Вернемся-ка. Главный холл. Может, дверь открыта? Я хотел заглянуть. Лили в руках у этого ублюдка. Не нужно начинать все сначала. Так, Кидман наблюдает. Мы восстановили контакт с Маргарет. Наконец-то. Соединяйте. Себастьян. Себастьян, ты слышишь? Кидман. Наконец-то. Ты в порядке? Психопат все еще на свободе. Я запустил излучатель. Это замедлило гада. Но он все равно играл. Лили у него. Она там одна, ей страшно. Не плакать. Говорю за себя. Не замедлился. Я много общалась с Лили во время тестов. Она хорошая. Я за нее волнуюсь. Ситуация сложная. Но я верю в тебя. Соберись, мы должны спасти ее. Вместе. Да. Ладно, ты права. Спасибо за поддержку, Кидман. Всегда пожалуйста. Сейчас надо выяснить, куда он ее забрал. Он сказал, его зовут Стефан. Стефан. Поняла. Попробую найти какую-нибудь информацию. Хорошо. А я пока свяжусь с Анилом. Попробуем с ним вместе найти маньяка. Да, хорошо. Если нужна помощь, выходи на связь.
И еще. Себастьян. Да. Да. Удачи. Иди нахуй. Спасибо. Куда же он ее забрал? Но сначала... Кажется, я знаю, куда. Даже и не скрывается. Как будто провоцирует меня. Но если он хочет драки, он ее получит. Да подожди ты. Распетушился. Я понял. О'Нил, это я. Вижу, излучатель стабильного поля работает. Скажи, что ты нашел ядро и уже идешь сюда. Увы, нет. Лили все еще у этого психа. Но я понял, где его искать. Ага, я тоже вижу. Я поймал сигнал из театра. Это в другой части города. Хорошо. Наверное, придется снова идти через сеть. Подскажи мне направление. Сейчас. Похоже, излучатель стабилизировал некоторые проходы. Ближайший к театру выход – D5. Не знаю, с чем ты там столкнешься. Будь осторожен. Да теперь меня уже ничем не удивишь. Глава 6. На охоте. Подбираем. Пройти через сеть. Ясно. Мне просто предоставили возможность. Почему бы и нет? Ну же, блядь, суки. Я вам это припомню. Так, перелазь бум. Не хочет, а здесь... Понятно. Острые шипы, разорванная задница. Так, что по карте? Так, точка сохранения. И где сигнал? Не понял. Так, ловим. Ловить нечего. Здесь тупик. Так, статуэтки нету. Вроде нет. Я понял. Бежим к компьютеру. Эта часть зоны закрыта. Больше делать нечего.
спокойно. Там нас чашечка кофе ждет. Так. Верстачок нету. О, да. Так, вот и компьютер. Подождет. К Татьяне. Сначала свой кабинет. Так, ничего нового. Кисуля по-прежнему такая же чёрная. В кабинете что изменилось? Нет. Так, вот она. Да, это он, так и есть. Довольно колоритный персонаж. Кажется, ему никогда не удавалось добиться желаемого успеха. Где-то я такое уже слышал. О другом колоритном художнике, который не имел успеха. А потом начал Вторую мировую. Надеюсь, этот все же не такой. Может быть, но его все равно нужно остановить. Так, двоих уже нету. Так, Лесли... Ой, Лесли, говорю. Анилла крысятничает. Это у нас японочка. И черномазый остался. Понятно. Опа, мои сувениры. Добротно. Больше ничего. Ладно. У меня есть ключики. Слайдов я не подбирал. Так, что по верстаку? Совсем к Соне. И гели неплохо. Сейчас качнем и пойдем. Детектив Кастеланос. Всегда рада повидаться. Выучи новые реплики, пожалуйста. Докучает. Вот этот. Леонид, спасибо. Якубович, добротно. 4 патрона сойдет. Доберем, если че. А что я хочу? Здоровье. Ладно. Восстановление. Так, затратим вот сюда. Лечение. Так, атлетизм. Так. Скорость восстановления сил. Качаем. Рефлексы. Понятно. Так, скрытность. Вот это нам нужно быстрее, пригнувшись. Будем как ниндзя. Удар бутылкой. Это нам не нужно пока. Так. Бой. Отдача по стрельбе. Ладно. Качнем. Всего понемногу. Я доволен. Сохраняемся и погнали. На
нас уже глава шестая. Третья самая долгая была. Что, погнали? Да пять. Баба Ягодка опять. Блять, на дроби ничего нету. Вот это херово. Допустим. Тоннель перехода. Гребаный тоннель. Так, где сигнал? Еще что есть? Должно быть, это проход, о котором говорил Лунин. Так, карту достань. Понятно. Да, доча, я здесь. Это место сводит меня с ума. Очередные приколюхи. Затрахали. Блять, ненавижу. Ну вот так. Ну я же попал. Кажется, я научился. Могли бы какое-то новое оружие положить, что ли? И это все. Жадюги. Тихо. Дособираем. Что у тебя под сумок? Я ничего не видел. Или пистолета? А ну заткнись. Тебя мне еще не хватало. По-прежнему два выстрела. Пора бы с одного уж гасить. Так. Не зря обернулся. Хотя... Ладно, не зря.
нагнись, хватит бегать. Так, здесь можно обойти. Их двое. Да, что бы с вами сделать такое интересное? Мне кто-то сказал, что так можно сделать. Готово. Пал к моим ногам, засранец. Так, спокойно. Можно было так патрон не тратить. Слишком крутой спуск. Опять полную задницу ведущую. Руика не хватает, кстати. Тут кретин частенько появлялся. Что за мерзлота? О, что это за чертовщина? Херня какая-то. Баночка. Блять, сейчас застрял, что ли? Давай быстрее. Да с ноги. Стой. А чё, повключали-то? Дом 2 ещё не идёт. Лили жива, просто её похитило тайное общество. Ты понимаешь, как это глупо звучит? Но это правда. Как ты не понимаешь этого? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Но я могу доказать это. Смотри. Мира, ты зациклилась. Тебе нужен отдых. Потом это пройдет, и ты смиришься. Нет. Я никогда не смирюсь с этим. И если не хочешь мне помочь, я сама узнаю правду. Мира, ты была права. Так, еще один слайд. Но почему я вижу это сейчас? Разберемся. Я понял. Понятно. Сюда пойдем. Здесь пока что непонятно. А, я понял. Все-таки линейность присутствует. Открытый мир лишь был только в третьей главе. Пошел коридорный шутан. Блять. Здравствуйте. А вы кто? В принципе, можно договориться. Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо. Так, нам куда? Да, нам нужно туда. Чё, блядь, на месте будешь стоять, что ли? Так, нужна тактика. Так, отвернулась. Быстрее. Блядь, быстрее, дебил. Есть
есть предположение, что по жиже нельзя ходить. Черт. Блять. Вот это жесть. Так, сюда. Так, спокойно. Я почти у цели. Еще чуть-чуть. Так. Немножечко. Ну же. Надо отсюда убираться. Чё-то какая-то нелепая херня. Ничего не припрятали. Ничего. Блять. Пушку достал. Пора стрелять. Блять, научись стрелять, пожалуйста. А вот теперь беги. Это гребаное место должно было быть стабильным. Спокойно. Кто полет? Кто полет, я сказал. Здесь тоже все постепенно рушится. Не знаю, как долго тут все продержится. Понятно. Зайдем. Сейчас подберем. Готово. Мастер замков. Очередной отчет. Отделение ядра. Касательно инструкции в случае отделения ядра. Первоочередная важная задача – вернуть пропавшее ядро. Отделение ядра даже всего лишь на несколько часов может привести к сбою в программе Кодит Стэн. Если после отделения ядра прошло более 36 часов, в действие вступают инструкции, созданные для поиска и возвращения ядра. Данные инструкции предназначены только для сотрудников Мёбиуса с допуском уровня Альфа и доступны только из службы поддержки сети. Пончики. Ух ты. Углядел. Дробь, спасибо. За дробь спасибо. Так. А мы дошли. А что? Камеры слежения. Так. Кто-то следил. Лили. Кто-то собирал информацию о ней. Не с места. Ты из Мёбиуса, да? Японочка, дай угадаю. Покажи лицо. Да, точно. Меня прислала Кидман. Слушай, я пришел помочь. Меня зовут Себастьян Кастелланос. Ты врешь.
Себастьян Кастелланос мертв. Что? Нет. Кто тебя... Не понял. Повернись. Медленно. Ну, повернулся. Япончик из пропавшей группы. Ты Юкика Хоффман? Откуда ты знаешь? Я же сказал, меня послали найти мою дочь Лили. Ядро. Я говорю правду. Я знаю. Тогда какого хуя? Нет микромимики, взгляд не отводишь. Не переспрашиваешь. Так что уже понятно, что не врешь. Да ладно. Ясно. Ты штатный психолог. Мозгоправ ебаный. Я ненавижу. Приходится выживать, как умею. Увы, я не боец. Медик. Психолог. Прости, что угрожал. Привлекают независимых контрактников? Значит, ситуация лучше не становится. Ты нашел других членов группы? Да. Нажив остался только у Нил. Лиам выжил? Хорошо. Ему удалось стабилизировать пространство? Большой излучатель включен, но тут все равно все разрушается. Думаю, все это из-за психопата, который похитил Лили. Он чувствует себя в Юнионе как дома и может всем управлять. Значит, моя теория верна. Это не просто разрыв соединения с ядром. Психологи стараются зря не использовать термин «психопат». Но в данном случае он подходит. Только клинический психопат может так воздействовать на сны. Психопатическая личность, пытающаяся с помощью Лили усилить себя. Самый худший сценарий. Ты же спец. Как посоветуешь действовать против него? Психопаты асоциальны, лишены эмпатии, имеют садистские склонности. Их общее качество – патологический эгоцентризм. Их заботят только они сами. Можешь назвать что-то важное ему? Да. Он воображает себя художником. Только об этом и твердит. Может быть, нужно атаковать его через его работы? Уничтожить что-то ценное для него, выбить из равновесия? Я понял. Но сперва нужно до него добраться. Он прячется в театре. Ясно. Тогда тебе нужен выход D5. Это рядом, в соседней комнате. Соединим коммуникаторы, чтобы быть на связи. Я подниму свои файлы и проверю, нет ли там полезной информации. Мне кажется, мы что-то упустили. И, конечно, его будет очень сложно победить. Используй все, что может пригодиться. Так. Или действительно считает меня мертвым? Или ты просто меня так проверяла? Мне очень жаль, но да, она так считает. Я сама так думала до сегодняшнего дня. Но я уже научилась с подозрением относиться ко всей информации от Мебиуса. Было сразу видно, что ты не лжешь. А почему они так поступили? Что же они за чудовища такие? Да, это плохо. Но подумай вот о чем. Для Лили менее травматично считать тебя мертвым, чем знать, что ты жив, но не можешь ее забрать. Да, наверное. Но что будет, когда я ее найду? Не бойся. В этом случае она поверит своим глазам. Психопаты. Если Мёбиус не отправлял в штаб психопатов, как сюда просочился этот тип? Я не знаю. Перед помещением STEM каждый участник проходит психологическое тестирование. Мы втайне следим за всеми, чтобы уловить признаки психической нестабильности. Ага, с ним это не сработало. К сожалению, диагностировать психопатию и социопатию бывает очень сложно. Психопаты обычно умные и хитрые. Понимая свой диагноз, они ловко имитируют поведение в границах нормы. То, что этот человек нас одурачит, значит, что он действует умело и осознанно, и это хуже всего. Отлично. Значит, ваши тесты отсеивают только слабых психов. Вина за все, что произошло, лежит на мне. Это я разрабатывала тесты. Тогда ты умрешь. Ладно, я пошутил. Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы по инциденту в маяке, чтобы избежать подобной катастрофы. Тогда виновный во всем и был ядром. Но пространство оставалось относительно неповрежденным. А здесь как будто что-то не так. О чем ты? Странные существа.
Разрушение Юниона. Полная потеря связи с Мёрбиусом. Это слишком много для одной личности. Пусть даже из силы ядра. Он говорил о ком-то... о человеке, который хочет завладеть ядром. Может быть... Нет. Об этом лучше не думать. О чем? Есть только одно, что может быть здесь сильнее, чем психопат. Но мне нужно сначала проверить эту гипотезу. Ладно. Очередная сотрудница. Выпью я кофе. Что еще полезного? Так. Ладно. А погоди. Замечательно. Сохранялочка есть. А, зона D5. Я понял, нам туда. Есть сохранялочка. Сообщение. Кандидата на роль ядра. Кому? Всем заинтересованным лицам. Агент Гришем. Касательно Лили Кастелланос, первоначальные сведения. Идеальный кандидат на роль ядра должен обладать неограниченным эгоцентризмом, чтобы сохранять свою индивидуальность, даже поддерживая взаимосвязь множества чужих разумов. Исходя из этого, мы можем выделить два типа возможных кандидатов. Нарциссы, психопатическими наклонностями и дети. Все мы знаем, что случилось в последний раз, когда в STEM попал психопат, поэтому лучше делать ставку на ребенка. Имея доступ к результатам стандартных школьных тестирований, мы смогли сузить круг поиска. Мы считаем, что нашли идеального кандидата на роль ядра в лице Лили Кастелланос. Результаты ее тестов показывают, что она не только обладает по-детски неограниченным эго, но и демонстрирует невероятную для ее возраста способность к опережению и сопереживанию. Мы отправляем ее к доктору Хоффману для дальнейшего обследования. Ладно, ребята, на этом серию предлагаю закончить. Будем сотрудничать именно с ней. Пока что у Нил сосед. Скрывается там, в деревушке. С вами был дядя Сережа. До новых встреч. Пока-пока.